Карасева, Краснодар. Выходим со льда, мальчики. Стефания Карасева, Краснодар. Спасибо, Стефания. На лед приглашается Полина Пелагеина, Краснодар. Спасибо, Полина. На лед приглашается София Димитриади, Краснодар. В прошлом
Спасибо большое. На лед приглашается Стефан Малахатка, Краснодар. Стефан Малахатка. Спасибо, Стефан. На лед приглашается Давид Желудько, «Горячий ключ». Еще вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача. Теперь всегда я буду веселиться, ко мне с небес сошла благодать. Такое может разве что присниться. Как жаль, что мне так хочется спать. Нельзя прожить, как будто понарошку, и думать, будто все рассчитал. Ведь что-то точно свалится на бошку, и ты поймешь, что попросту спал. И вот тогда, ну прямо так с кровати, захочешь сразу все наверстать. Но вот беда, ну надо ж как не кстати. Чего-то очень хочется спать. Молодец, Давид, спасибо. На лед приглашается Роман Желудько, «Горячий ключ». Да нет, не стоит невинных слабостей стесняться. Да, признаться, все любят модно одеваться. И как пташки летят чулочки да рубашки, застежки, запонки, сережки, блузки, кофточки, сапожки и зеленые шнурки. Эх, как пережить мне эту боль. Новый смокинг съела боль. Ноль, ноль, ноль. Лучше быть голодным,
лишь бы только молодыми. Да, не скрою, все люди разного покрою. Покрою. Каждый хочет примерить что-нибудь такое. И как пташки летят чулочки да рубашки. Береты, галстуки, манжеты, кардиганы и шакеты и зеленые шнурки. Как пережить мне тобой? Мой новый смокинг съела боль. Лучше быть голодным. Спасибо тебе огромное, Роман. Это было незабываемо. На лед приглашается Алексей Перфилов, Краснодар. На разминку приглашается следующая разминка, контрольная точка 2, девочки. София Кикушу, Тамара Авакимян.